История сквозь века. Молдавские археологи раскапывают древний город, который относится к 14 столетию. Среди находок монеты, фрагменты керамики и части построек. На месте раскопок побывал наш корреспондент Олеся Казак. Археологи аккуратно, слой за слоем, раскапывают могилу 14 века. Проверяют, нет ли монет. В этой зоне раскапывали скелеты на глубине 2 метра. А самые первые мы нашли на проселочной дороге. Земля была смыта с них дождями и снегом. Скелеты были на поверхности. В татаро-монгольский период городище Костешт был экономическим и крупным политическим центром. Это подтверждают монеты, которые чеканили здесь под названием местности – Костешт-Гырля. Позволить себе это могли только богатые города. На территории Молдовы в период 14 века существовало два города Золотой Орды. Один в известном археологическом комплексе Старый Архей, другой здесь, на месте села Костешт, всего в 22 километрах от молдавской столицы. Туристам это место известно мало, а вот археологи здесь почти прописались. В этом году раскопки начали после оползневых сходов почвы. На поверхности оказался вот этот череп. Археологи решили копать в том же месте и не прогадали. Нашли 5 могил. Мы склонны верить в то, что вначале в этой зоне было кладбище, а после того, как разросся город, следы захоронений затерялись. Кладбище расширялось в ту сторону, а здесь расположилась ремесленная зона. Доказательство – вот эта огромная печь, которую раскопали археологи. Ее диаметр 4 метра, глубина 5. До ее обнаружения считалось, что в этом квартале были только гончарные мастерские. Это печь для обжига каменной извести. Везли ее из соседнего села, из карьера. Обжигали и таким образом производили строительный материал. Строили дома. Работать археологам нужно быстро, ведь с каждым годом памятник архитектуры разрушают оползни и местные жители. Они хозяйничали здесь, пока денег на исследования у ученых не было. На территории памятника архитектуры выкопали искусственное озеро для полива полей. Есть уже обращение в прокуратуру. Необходимо применить законодательство, и прокуратура должна сделать свое дело. Мэрию села мы предупредили. Любая работа, проводимая здесь, должна проходить строго под наблюдением археологов. Интенсивно раскопки в Костештах ведутся последние 3 года. За это время удалось найти более 200 монет, бронзовых и серебряных, и множество фрагментов керамики. Все артефакты перевезли в Агентство археологии Молдовы для изучения. Олеся Казак, Александр Борейко, Мир 24.